огорода такого. Монашеского. Да, монашеский огород. Монашеский огород. Лук и табличка. Понимаешь? Не просто так. Ты вот сажаешь лук, а надо сажать рядом табличку. А, кстати, показывает, что инжир растет. Только я инжира не вижу, инжирового дерева. Вот, видишь? Смоковница. Ага. Только где она здесь? Я что-то ее не вижу. Виноград вижу, мальву вижу. А, вот смоковница, вот она. Вот инжировое дерево, только оно молоденькое совсем. Да? Да, а потом оно вырастет и будет инжир. Понятно. Так и ты на огороде сажаешь лук, табличку посади. Это лук, там чеснок. Да, обязательно. В следующий раз так и сделаю. Посажу, что вот. Обязательно поставлю табличку. Вон укроп, например, с розами. А там он. И соп, укроп. Щелина дракончик симпатичный. Сколько тут всего намешано, стили такие, такие. Знаешь, потом будем все это изучать.